Врачан Марин, расскажите, пожалуйста, для чего сейчас процедуру будем выполнять? Мы уже заполняли с вами кольца Венеры. Как давно это было? Две недели назад. Две недели, да? У нас сейчас будет коррекция. Мы проработаем те зоны, где еще немного вот закладывается. Теперь на эту сторону. Вижу все. И немножко сюда. Препарат используем. Ювидерм Вальбелла, самый мягкий филлер, чтобы не контурировал. Вводим с целью омоложения шеи до декольте. Уже вводите? Уже вводим, не больно? Нет. Так, немножко на мою сторону, я посмотрю, да, все. Так, зона декольте. Немножко также заполним кольца и колем пептиды мезовартом декольте тем же препаратом. У нас немножко осталось Вальбелла. Сейчас мы помолотим зону декольте. Закладывается здесь также морщиночка. Прямо вдоль. Расскажите еще раз, пожалуйста, какая техника введения? Линейная ретроградно вводим. Мягкий-мягкий филлер. Вот, например, отсюда идет камера. Не знаю, передает, нет. Омолотили хорошо. Так, прям эту зону проармировали. Шею, межгрудное пространство и зону декольте мягким фильтром. Сейчас мы поверхностно проведем препаратом мезовартом. Немножко на эту сторону. Увлажним. И тонус кожи будет чуть-чуть потерпеть. Через 10